Добрый день, сегодня у меня такая маленькая ссылочка. Из Дэфи прислали, была чему-то открыта. Ну, там мне сразу предложили ее проверить. Я проверил, все у меня есть. У меня тут такие две футболки с современным логотипом Brawl Stars. Детская рубашка, тут все вот подписано. 152 сантиметра. Годней. Так, ладно. Посмотрим, что внутри. Внутри у нас на ощупь очень приятная ткань. Реально очень приятная. Она как шелковая такая, что ли. Вот с таким вот рисунком. Смотрите, кому интересно. Очень такой рисунок интересный, насыщенный, яркий. И ткань реально очень такая классная. Я не могу прочитать. Так, сейчас гляну. Тут я реально не вижу, что она сделана. Может, я не знаю, где-то написано. Ну, вот все описание, тут даже производитель. О, так она выглядит. Поверни спиной. Медленно, медленно. У нас пинет, так ничего особо нет. Там только вот сбоку рисунок какие-то. Это новогодний. Там же написано было новогодний. Тут вот эти вот черепа со снеговиком. Эй, со Дедом Морозом, оказывается. Ну как, нравится? Ночью классная? Приятно? Угу. Такая футболка. Ссылка, кстати, будет в описании. Стоила она много дешевле, чем в нашем магазине. В нашем магазине такая где-то 700 рублей я видел. За там сколько? За 700 рублей в магазине был. И что такое? Вот это вот. Это скин на Леона, это Леон. А лев, вот этот лев. Кто? Это не лев, это оборотень. Оборотень. Вот, короче. Человек-волк, да? Ну ладно, все. По ссылке обязательно заходим, смотрим. Радуемся, покупаем.